домашняя кухня. Вот так вот. How its name? It's puri? Matuka. Matuka. Начувай! Вот это, короче, а-ля современная кухня. Да, ну, есть вещи, которые надо делать. Да, а есть 50-50. Вот так вот. Надо в семью все-таки сделать вклад, малыш. Сделать. Да? Да, да. Папа научил. What it's made of? What the inside? This is? Yeah. This is wheat flour. Wheat flour. And rice flour together. Rice flour. And some kasturi methi. Kasturi? What? Spice? Ajwain? Yeah, still not spice. Okay? Okay. And some little soy. Little salt, that's all? Yeah, yeah, I know. Curry. Curry also. So, like this? Yeah, very good. Хорошо. Малышка. Сегодня на кухне. What it's today? It's some holiday. How it's called? Makar Sankranti. What this means? Makar Sankranti. This is the local. What is it? Swimming? क्या बोलेंगे इसको? Makar Sankranti. Local festival. Local festival. After the in the monsoon. Yeah. So we have local festival here. Festival of what? What's the meaning? This is like when our. We have two months. One is in this month and one is our local month. Yeah, yeah. When our local month is finished, the first day of the another month, we celebrate. Yeah. Ah, okay. Yeah. Малышка, ну прямо получается. Красота. Ну что, попробуем индийскую кухню со всеми делами. Да? Так, да, это вот так вот на палочках. Мне сказали, что я делаю лучше, чем папа семейства. Ну, уже переплюнула в чем-то. Так и надо. Выглядит красиво, по-моему, даже очень вкусно. Да? Да. Сейчас с рисом дал, я уже прямо хочу. Да? Еще тем более с твоих рук. А? Снаружи еще немного. Давай. Такая вот здесь. Такой здесь дом. Опа. Вот такая здесь природа. Вот такие вот здесь коровы. Ну что, коровник какой-то. Вот такой. Все есть. Двухэтажный этот. Здание. Здесь коровник. Здесь вон зелень. Все есть для жизни. Все есть и даже больше. Свои овощи, свои фрукты, свое вон молоко, соответственно, там и все эти дела. Рис. Вот так вот живут. Живут, по-моему, очень хорошо. Да. 1 минут. Есть?
Ну, ну так, плюс-минус, нормально. Просто, чтобы он умел, ну, да, все идеально. Ну, теперь последний шлеп туда. Ну да, давай. Малыш, ты до сих пор еще мнешь? Уже чай попила. Хорошо получается. Надо тебе тоже приобрести такую штучку. А, не, мне вот та вот, вот та вот. Знаешь, зачем такую дали? Там мы уже видим. Так, это на пуджу, видать. For пуджа? This is for пуджа. This is our father. Grandfather, who people there die. Yeah. We are so... This... For them, yeah? This for them. For offering and... Yeah. Yeah. That's over. Where's my cap? My cap is here. Вот так. Сейчас будет пуджа, церемония для родителей. Про родителей. Вот тут всего сразу. Всего. Да. Ну, видишь как? Все не просто так. Правильно. Первым делом предлагают прародителям. Так, еще тут что-то. А? Мне показалось, что там грабовые палочки. Соскучилась? Так, еще тут тоже. А? Last one? Last one, and then I need this place. Okay. Блин, мне нравится прямо это тесто, да? Вот такое оно такое. И она не рвется. А, ну, рисовая получается с этим. С обычной мукой и еще там добавки какие-то. Соды немного. Так, всего по чуть-чуть. Вичика. Здесь приправы. Водосеки на лунке. Малыш, зацени. Вот. Ну. Знаешь, как удобненько, да? Вот такое сразу вот всего. Ну что? Да, я просто приблизил здесь. Суши. No, next one. And this one is a balla, so we make in dal and grind. Evening we put in the water and morning shake and then grind together. बच्चे पहले किसने? आई बच्चे होगा आखिर जाने पाया ना सब. बच्चे. सुशु कब्जे? तू ना ढोल रह गया क्या? बस बस कोई ना. ये लोग बस कर जाओ तू. ये किसी को ना सुशु दो दस तू. क्या? दो दस जीतने पहले. हाँ. है?
Ну что, Масин? Прикольно, мне нравится. Помнишь, джарать? Надо поднести кусочек это. Вот, мне, вот эта вещь мне вообще прикалывается. Я ищу... Традиции, которые хранятся, да, веками? Соблюдаются, они как у нас. У нас? Ты еще забыл еще что-то? Кроме обожрались. Обожрались, ну, напились и... Все, и в астрал. Прародителям. Вот так вот. Здесь он так делал. Так, today start a new month for so this is we don't going to make a new one like no marriage, not take a house, make house is okay but not marriage. Yes. This so, yeah, month? Is, next month is like badly bad. Ah yeah, this okay. Чего? So, в сентябре нельзя, но у них свои места, но нельзя жениться и начинать новые какие-то, ну что-то начинать новое. Yeah. Yeah. This is not good day. Today's good day, but start tomorrow. So not doing something new. Yeah. New business. Yeah. Yeah. Today, actually, with a new life, new group, like groom. She going to his mom home. So she also not staying within husband home. Why? Architecture not. Now this is more good going, right? Yeah. Why do you want to go? No, she's okay. Why? She's okay with you. Do you want to buy? 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 Я прослушала, куда я должна идти? Куда я должна идти? К родителям. So she needs to go to the parents, yeah? Yeah. Yeah? And they live there 1 month? Yes. But now it's okay. No? Yeah, I understand. But I have the tradition. Last week, it's a day. Вот так вот. Уезжать, короче, на месяц мне, да? Угу. Или в соседнюю комнату переезжать? В соседнюю комнату? Вы заходите иногда прятаться. А пробил эту раз. Продение. Ага. Пуро, блин, брай, ей. Брай, ей. Да хи. Вот это поворот. Вот, 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 курт. Курт. Да хи. Да хи. Хендмейд? She have it handmade. Handmade? Oh, God, I want to taste it. Вот своя? Такая маленькая баночка хендмейд. Дорогой нет, я. Слушай, ну домашний тоже будет вкусный, а? Домашний по-любому. Твоя корова, твоя это. Вот, вот в этом прелесть жизни, вот дома, когда у тебя все есть. Спасибо, спасибо. Твоя корова, свои яйца, вон, свой рис, вот все свое. It's everything from the field, yeah? You made all this by your own. Yeah. You don't need to go to the market. Вот так, хорошо в деревне. Да, но походу хозяйка, она не выходит вообще из кухни, раз она все делает как мы. Тебе дали попробовать? Да. Какой прям чувствуется, что... На нашу простоквашу попробуй. Да?
Макабляни, а? Конечно, она не магазинная такая. Тихо, тихо. Дай бабарей. А, дай бабарей. Какая-то домашняя молочка. Что там смешивает? Сейчас я еще вот эти расскажу. Кому шо? Кому шо? Лишь бы в холодильнике стояло много жрачки вкусненькой, да? Блин, ну слушай, они тут, кстати, понаболели нормально. Что-то специи какие-то сейчас мешать будут. Прям туда? It's salt? Yeah. Now the food is ready, okay? Only give me 10 minutes. А это что? What is this? Masala. Masala? It's chana masala. Chana masala? Yeah. Какое-то мега блюдо будет. Чаны с едой начинают вариться, кипеть, вернее, уже подогреваться. Это все нам. Короче, пора уже есть. ठीक लगा 500 का इसको मजी मस्ती मार रहे हैं क्या बोलता है क्या तुम अपने हिसाब से लेना कितना लेगा हेलो अपने हिसाब से लेना 400 लेना यार 100 बढ़ाते हैं 400 ठीक है क्या होता है जाइए दिख ले इसको 22 का हाउ इट्स कॉल्ड द नेम ऑफ दिस This bala, bala. This is bala. If we put it in the cut, then dehi bala. Hello. Bala. What's made of? Made of dal. Dal. Black dal. Bala. Bala. Делается из этого. Из дала. Из бобов. Я уже прямо... А ты что, не на диете? Нет. Только не сегодня. При виде вот этого сыра, я точно не на диете. Никто не будет на диете. Кто-то может быть на диете. Давай, доставай уже. It's good combination. Yellow, yellow, good combination. Looking really good, beautiful. Looking... Binna, come here, yaar. Who are you? Pachan. This is the one? Yes, I'm going to go. Come here. Hello. 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 Давай, доставай уже. Печки там сразу что-то поправляют, дровишки. Воды хочу. Воды? Пани. А, пани? Пани, воды, вода. Пани. Погнали. Хозяйка уже подустала. Ну, гармонь, гармонь, дикая, не паяешь, да? Ты на самом деле,
Проверка связи. Нет? Назад. Куда я? Алло. Ани? А? Шарма? SHA RMA? Шарма? Тануре? 4, 2, 5, 5, 6. Ани? Джи, джи. Туда пеймент по обед паспорт вернула. अब मैं तुमको बोलती हूँ फोन रख देगी क्या हाँ जाइए आप ले आओ ये नया партия погнала किसी चुपके देना यू स्पीक इंग्लिश यस वेरी लेस नो इंग्लिश नो नो इंग्लिश नो इंग्लिश नो नथिंग नो स्पीकिंग नो हियरिंग Да? Короче, еще эти бублики прям туда в этот молочку сложили. Что-то будет. Так, вот у нас тут, так сказать, праздничный стол. Праздничный стул. Стол. И вот там вот. Праздничный пол. Праздничный пол. Совсем не было. Ну, блюд сколько, сейчас вот интересно блюд. Да, сейчас там все нам хозяева будут накладывать. У меня так вот кулявина, нет? Ага, у меня кулявина. Вот так вот. Леди фаст. Леди фаст. А. Первым дам. Рей фаст. Дочки. Дочки первой. Короче, дочки первой, понятно? Пожалуйста. В окружении одних мужчин. Хозяйка и дочка. Хорошо, панир, я пишу. Панир, это, ну... А вот стол? Бадура. Бадура. И бадура. 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 Ю-ю. Тут знают все как надо, что передаешь. Сыну. Фасан, next, yes? Дочка. Так, бадура, панир. И эти, как они называются? Я не помню уже. Вот так вот, такая маленькая там кастрюлька с рисом. Вообще, вообще просто маленькая. Руку, ну, не прикладывай, горячая. А, вот так вот. Такой, это плавешник. Это... Плавешник? Они так и называются, пилав. А, ну да. Это плов. Кто там, узбеки бы сказал, такое это плов. И Даже не спайси. Даже не остров. Так, это тут другу семьи. Следующая. Вот так вот. А у нас всегда сначала гостям раздают. Да? Дают гостям. А здесь своим. Бас ей пури No, like another, your country. We sit in the table, from the table, make dishes. It's a little different, yeah? Our... У нас другая подача. У нас со стакана все начинается. Правильно? Ну, пришел в дом, сначала сразу ёбну, стакан. Потом поговорим. Все, смотри. Принимай. Yeah, they are made of rice pudding and malay.
Давай. Короче, хозяин ест после того, как накормил. Хозяин ест потом. So you are cooking from the morning. You are not eating. Why you do this? Don't do this. Здесь тоже сначала гости едят, взяла потом. Ну, я не знаю, мне так не сильно нравится. Ну, видишь, они на раздаче постоянно. У нас-то накидали, а ты все, пожалуйста, ешь. А тут, видишь, на раздаче надо раздавать, чтобы добавлять. Ну, давай, пробуй. Вкусно тебе? Сейчас я попробую. Короче, у нас тут добавка, рис и какая-то штучка, еще одна жареная, с листочком каких-то. У тебя тоже добавка? Ты покушал? Я объел, пожалуйста. Я еле оттуда выползла. Это всегда вкусно. Да, и причем не спать. И теперь хочется спать. Да, как раз не остро. Как раз вот все специи, что было вот вкусненько, но не переборщили со специями. Вот. Это вот эта серединка золотая. Места для сна только теперь не хватает. Не, ну почему? Тут, видать, они сюда сразу плюхаются. Быстро у них это поили и следующая, да? Да, следующая партия. Ну, вон, все гости снаружи сидят. И главное, что никто по 50 не наливает. И все покушали, отдохнули, все гости свободны. Вот такие вот индийские гости. Мы приехали на час. Ну, я не знаю, сколько. Ну, может, мы парочку часов были, и то это потому, что мы приехали чуть раньше, чем они приготовили покушать. Немножко помогли покушать, сделать там лепешки всякие. Ну и все. И быстренько сели. Все в один круг поели. Потом следующий круг зашел, еще гостей. Тоже поели. И все. И на этом закончили. То есть как бы соленый стол, сладкий стол, там кхир, все эти дела. И усы. Все собрались. И теперь уезжают домой. То есть пару часиков вот такие вот гости. Сюда. Куда? А, ну я немножко там перепутала, поворотик промазала. Вот. Ну, кухня на самом деле вообще шикарная. Хозяйка готовит просто невероятно вкусно. Реально, я прям заценила каждое блюдо. Возможно, там на видосе, если правильно я называла, я их подпишу, эти блюда. Вот. Вот здесь мы туда идем, тут какой-то, я не знаю, кто-то живет. Какой-то гест, может. А может, и местные живут. Хотя, судя по всему, местные. Там что-то строят. Вот. И все, и мы, короче, собрались и едем уже домой. Нам тут с собой выдали каких-то штучек. Я до конца не в курсе, что там за штучки. Но вот самое прикольное то, что никто не пьет, никто не ругается, не обсуждает политику. Наоборот, так тут у нас корни, как мир какой-то отдельный. И, короче, все очень здорово. Главное, что хозяева дома только сейчас садятся кушать. Сначала всех гостей накормили, отправили, а потом сами садятся. Вот. Так что мы выдвигаемся в путь. Вон у нас тут машинка, с нами таксист был. И такая красивая собака. Красивая собака. Красивая.
Все, мы поехали. Ну все? Да. Едем домой. Which phone this one? This is Galaxy 20. Note 20 is good for. Две мордочки объелось, хотят спать. Уске парts भी आसान है, उसके मार्ट मैकेनिक हर जगह मिल जाएगा. Вот и все гости пожали. Свободны. Кто так где-то? Нюансик, не? Ну тоже да, вот как ты чувствуешь себя, поел и все. А где там шуры-муры, как дела манишмор? Ну типа да, я тоже как-то, вот, ну к людям же едешь, к людям они поесть. Поесть это тоже да, ну можно просто чай попить и пообщаться. А тут как-то так, ни песен, ни танцев, ни танцев. И как бы теперь мы уехали, да, мы уехали, они кушать собираются. Ну так интересно, как-то так странненько. Ну не знаю, ну, видать, у них так заведено. Гостей покормили, сплавили, все. Фу, можно выдохнуть. Ну а ради этого ебаться с 5 утра? Ну да, с 5 утра там хозяйка на кухне. Ну, странновато уж, ладно, ты уж сидишь там, да, потом до ночи сидишь, я... Сутки тусишь. А тут покормил и до свидания.